Ребят, ехали, забрали у меня в доме клетки, ехали в приют. Возле трассы пацан бежал. Подошел ласковый, хороший, но у него сломана лапа, ребята, у него жутко сломана лапа, поэтому, наверное, и подошел. Ребята, ну что, с почином нас, у нас новый ребенок с поломанной лапой. Хороший мальчик, и, в принципе, я не знаю, лет 5-6, если судя по зубам. Чей, не знаем, да, ребенок? Но, по крайней мере, подошел, дал себя привязать, одеть ошейничек. А теперь, ребята, будем думать, куда везти. Везла клетку кошачью в приют, видите, где у меня котята сидели. Ах ты мой хороший. Ребят, у нас новый ребенок. Назовем его Рой. Рой. Мы с Роем приехали в клинику. Клинику. На операцию с лапой и кастрацию. Приехал к нам в клинику с переломом лапы.